15-летний нефтекамец сбежал из инфекционного отделения, не долечившись. Испуганным родителям он рассказал о тех извращениях, которым подверг его доктор, воспользовавшись тем, что мальчик лежал в палате один. В тот же день родители пострадавшего написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Были опрошены десятки ребят, которые лежали в инфекционном отделении. В результате выяснилось еще два факта. Одному из пострадавших было 15 лет, другой на момент совершения в отношении него насильственных действий не достиг еще и 14. Врача задержали 16 декабря прямо на рабочем месте. Сопротивление сотрудникам полиции он не оказал и сразу сознался во всех трех фактах. До суда подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.